ну, скажем, про самые простые элементы. Самые простые элементы – это выхватывание мяча. Ну, кто занимался и айбор, хотя бы немножко понимает, что к чему. Мяч довольно тяжело вытолкнуть быстро, поэтому выталкивается он большим пальцем еще дополнительно. А закладывается, прокладывается и большим пальцем прижимается. В данном случае босай-дай у нас начинается с вот такой стойки, которая непонятна, может быть, для тех, кто начинает этим заниматься. С мячом вот такая стойка вполне становится понятна. Возвращение мяча в ножны. Делаем не глядя, у нас скользит клинок по ножнам. И когда мы чувствуем, что клинок падает в эту дырочку, мы спокойно закладываем. Стоим, вытягиваем максимально и туда входим. Не смотрим. То есть, как делают казаки, там целью, можно себя повредить. Если у вас скользит клинок, никаких проблем нет. Туда пальцами практически направляете. У вас совершенно безопасная ситуация. Вот сами это скольжение регулируете. Чуть прижали, значит, хуже клинок скользит. Чуть отпустили, он легко скользит. Главное, чтобы он был вам по руке. Вот чуть длиннее, мне было бы тяжело. Я сделаю кота босай-дай. Единственное, у меня просьба, я отдам ножны, чтобы, а потом в конце войны. Босай-дай – это такая классическая кота, фундаментальная, можно сказать, фундамент шотокан каратэ-до. Вот босай-дай, как средний уровень, должен четко выполнять босай-дай. Да, то есть, когда вы дошли до босай-дай, вы можете считать, что жизнь ваша в карате уже в каком-то смысле состояла. А? А, я думаю, что бессмысленно, но что это никто его не знает. Босай-дай. Переводится взятие крепости, взятие твердыни. А могут быть удары мечом короткие, потому что здесь противника уже нет. Это лишний замах. Да, ну так проще, да. Да? Вот так легко махать даже одной рукой. А когда короткие, я немножко запыхался, потому что постарался выложиться побольше, поэтому сделаю ничем помимо.
Ну, довольно сложно, молодец. Те же самые движения, ну первое движение вот так вы вынули, просто раз, да? Здесь вот важно разгонять клинок вот из такого положения, потому что отсюда его тянуть тяжело. Раз, рубили, ничего, раз, потом у нас идут верхние блоки, да? Те же самые движения, да? Те же самые. Такой удар, да? Во всех остальных хиатах все это есть. Блок лучше тупой стороной, если получается. Вот, если шуто. Шуто лучше у нас так, да? Мы тогда этой стороной отбиваем. А этой стороной. Соответственно, раз. Два. То есть каждый может купить простой, не надо очень дорогой. Они там стоят, ну там, не знаю, 2-3 тысячи, может 4. Не заточенный, особенно для детей. Потому что покалечиться можно и тупым клинком. И вы можете для себя подобрать к тем кота, которые вы знаете, подобрать эти упражнения.